Всем привет, дорогие друзья! С вами LG, и это вторая часть прохождения игры Solar 2. Вот, собственно, я сразу загрузил, на чем мы с вами остановились в прошлый раз. Давайте с вами продолжим летать и подбирать астероиды себе. Вот, а также выполнять всякие различные миссии. Давайте слетаем на вот эту вот, вот на эту стрелочку. Очень мне интересно, что там. У меня сейчас вообще продвинутая очень жизнь. У меня аж целых 4 на ней этих стоит, как видите. Вот пушечки, да, то есть я могу очень мощно мочить. Вот, поэтому классная штука. Так, давайте мы прицепим вот этот вот. О, планетка, планетка, на ней только-только жизнь зарождается. Давайте мы ее прицепим как-нибудь. Стоп, эй, она что, у меня врезалась, типа? Типа, ах вы... Так, походу я еще не звезда, ребят. Походу я еще не звезда. Так, ну ладно, давай. Блин, разбился кораблик. Ладно, летим в направлении Солнечной системы. Что там за... У нас... Ох, ё. Ты опять мочилово, что? Опять мочиться надо? Стреляй в них, давай. Они ракетами херачат. Давай, 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 давай. Эта Солнечная система образовалась более чем 150 триллионов лет назад. Превосходный пример неокосмологической активности. На космологической ракеты. Блин, они мой щит просто долбают. Давай, мочи их нахер, ребята. Мочи. Мочи животных. Так, кто-то улетел, надо ускориться. Бамс. Ой, это я сейчас облажался. Ой, я облажался. Вот это я облажал. Так, ребят. Назад. Сохранение системы. Вот так вот. Восстановиться в этой системе. Давайте еще раз. Немножечко не удалась мне эта игра. Так, ну что? Неокосмологической модели. Так, ну и что? Что там нам с ней делать-то надо? Чисти все астероидные луны от обломков. Больше ничего не трогай. Даже чуть-чуть. Так, ну вот она, собственно. Давайте, мочите их, ребят. Нам необходимо у этой звезды все раздолбать. Еще главное, чтобы меня не притянуло к этой звезде. Ну его нафиг. Я вот только не знаю, как мне от астероидов очистить. Таранить, что ли, господи. Ну, походу. Не знаю, походу. Так, миссию надо выполнять, как известно. Блин! Назад, назад, назад! Ай, она меня притянула таки. Так, ребята, давайте. Щит обновляем. Щит. Это самое опасное, конечно, вот эта планетка, потому что она вращается прям вообще рядом с Солнцем. Блин. Что будет счет за восстановление? Ой-ой. Все, считай, можно заново начинать, ребята. Да, я не думал, что такая игра окажется топчик вообще. Ладно, давайте мы сначала с вами разовьемся тогда побольше и пойдем уже выполнять задание. Давайте хотя бы до звезды вырастим какой-нибудь. Так, о, звезда с жизнью, смотрите, 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 планеты, короче. Че, захватим? Захватим? Ладно, шутка, потом возьмем, потом захватим. А, минус кораблик, ну мочи, 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 мочи вот этих. Давай, давай, давай. Ай да хорошо. Так, надо вот эту, на эту ж планету. Так, мы ее уничтожим. Мы уничтожим эту планету. Стоять, 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 стоять. Блин, она снова жизнь себе накопила. Ладно, пофигу. Так, давайте прицепим здесь сюда. Сейчас себе очень много астероидов. Так, оп. Самое главное ее цеплять на орбиту, вот, а не врезать их в себя. Так, ребята, мы почти что малая звезда уже. Блин, вот это я облажался, ладно. Я вот только не знаю, что будет с моими корабликами, когда я стану звездой. Мне вот интересно просто. Не, ну миссию-то мы выполним, конечно, но вот что будет, когда я стану звездой, вот это, конечно, еще вот тот еще вопрос.
Так. Так. Оп, оп. Хорошо, да завалите вы уже его. Я сейчас вот звездой и попробую уже звездой выполнить вот это задание. А, так, притяните. Блин, да что тут за война идет? А, я просто недалеко от обитаемой планеты летаю. О, понятно. Ну что, и такое бывает. Вообще, каждый день пролетаю перед такой планетой. Так, поглощаем астероиды. Значит, поглощаем астероиды, если эти животные нам мешать не будут, конечно. Поглощать астероиды. Я звезда! Это теперь не мои кораблики, которые... Мои кораблики пытаются меня уничтожить? Вы чего? Идите, идите нафиг. Я звезда, я имею право теперь вообще притягивать все в себя. Так, они мне это массу меняют. Планеты 0,3. Ага, есть одна. Так. Что, я даже так массу теряю? Нифига себе. Она еще у меня планету отобрала. Вот это да. Так, я тебя присоединяю. Извольте быть моей планетой. Так. Кстати, можно их втянуть в себя, если я не ошибаюсь, да? Да, можно. Так, вот сейчас вы видите, я вокруг себя просто их закручиваю. Огромную кучу астероидов, потому что моя гравитация просто гигантская. Так, ну здесь это вам уже не астероиды искать, это уже надо планеты искать. Так. Я тебя притягиваю. Оп. И... Ну тут я облажался, согласен. Так. Надо пролетать просто аккуратно. Так, там где-то живая планета, давайте мы ее присоединим. Вот откуда-то оттуда они летели. А, нет, я ошибался, здесь просто планета. Ну, давайте мы ее тоже притянем. О, еще планетка. Маленькая. Три планеты. Вот это повезло. Нажми Ctrl или L. А... Ты случайно не захватишь планеты. Понятно. Так, вот тут большая солнечная система, я не знаю... Ну, это, по-моему, средняя звезда, и мне, скорее всего, не удастся отобрать у нее планеты. Вот поэтому будем дальше летать. Так, ну что тут у нас есть? Используй AND или Y для циклической прокрутки своей системы в интерфейсе. Нажми Shift или J для захвата выбранной планеты. J. Shift J. Так, хорошо, что будет, если Y или U? А, типа можно пере... О, как смотрите, можно. Можно вот теперь я управляю, ребят, планетой маленькой, да? То есть, которая летает с моей звездой. Во, как можно. Понятно? Shift U. Поняли? Поняли, да, как я могу? Так, давайте продолжим. С вами летать. Так, вот я еще одну планету вижу. Давайте, я хочу уже стать средней звездой. И пойти как следует. Тут все разносить вообще к чертям. Так, ну что, могу я присоединить вот эти планеты? Так, смотрите, а вот это с жизнью планета. Вот с жизнью, ребята, надо присоединять. С жизнью это хорошая вещь, серьезно. Я ее даже не буду в себя притягивать. Вот я ее вот так притяну. С жизнью, потому что Рилли хорошая планетка. Так, давайте У и Джей. Джей, вот так вот за нее возьмемся. Подождите, или нет? Или я все равно управляю? А, живой планетой, это я просто смотрю, как она. Все равно я только одним астероидом управляю, понятно. Так, давайте еще одну прицепим. Ёптыть. Стреляют в меня какие, а? Так, о, у меня жизнь развилась. Круто. Так. А, похеру, давайте. Притянем. Есть, я средняя звезда. Скорее всего, я теперь размером с Солнце, да? Так, ребят, ну я не хочу выполнять миссии, я хочу стать черной дырой. Мне просто по фану угарнуть, как здесь будет черная дыра выглядеть. Вот, поэтому давайте займемся черной дырой сейчас с вами. Нет, а, стоп, да, давайте лучше в большую звезду сначала. Вот, и чтобы держать потом очень много планет. Вот, и, соответственно...
Очень эпично это все делать. Так, эту мы притягиваем, соответственно. Так, ну что тут у нас еще есть? О, вот эту планетку возьмем. Нет, нет, мне не нужно миссии выполнять. Так. Летим куда-то вверх, я вообще хз. Так. Какая-то туманность. Притягиваем какую-то планетку. Вместе с астероидами. Кстати, что полезного в планетках, да? Она может притягивать астероиды, которые может притягивать, собственно, ну, такая вот штукенция. Это как бы... Ай, немножко еще осталось. Вот эта планета, скорее всего, я становлюсь большой звездой. Какой-нибудь там би, не знаю, би... Да. Победа была близка, как говорится. Во, вот это будет жирненько. Вот это жирненько. Серьезно. Так. Ну, конечно, мне немножко помешало. Так, что тут у нас еще-то есть? Во, давайте вот эту присоединим. Ага. Будь моей. Так, это, походу, большая звезда. Да, я, скорее всего, не отберу у нее планеты. Хотя, в принципе, все возможно. Чё? Ой, а... Ничего, что вы звезду атакуете, ребят. Ну, все нормально, да? Угу. Каждый день звезду атакуем, да? Сейчас бы на звезду в 2017 нападать. Так, ну что тут у нас? Дожили мы до чего-нибудь? Пока что мы... Я не могу найти ни одной планеты. О, звезда такого же, как я. Такая же, как я. Слушай, а может быть эта звезда даст мне планету? Так, или нет. Ну ладно, давайте пока еще полетаем. Может быть, я еще найду здесь планетку какую-нибудь маленькую. Что-то мне прям вообще не везет на планетке сейчас. Че, и все сожрал, соль? А, во, есть планетка. Ням. Есть я большая, жирная звезда, которая может собрать 8 планет. Теперь давайте поехали собирать эти планеты. Или нет, или все-таки в черную дыру. Давайте в черную дыру, пофиг. Или не в черную дыру, нет. И давайте это мы в следующей игре сделаем. Как бы, ну, откатим потом бэкап, да, просто. Сейчас я хочу стать... О, система из 3 звезд. Тут это, наверное, эпичная штука, да? Ну, ничего, что вы это там собираетесь атаковать, как бы. Солнце. А, блин, они меня еще раздолбали, что я теперь маленькая звезда. Не, ну все понятно здесь, короче, просто ищем планеты сейчас. Вот, и пытаемся их развить, короче говоря. Зря эту планету с жизнью, конечно, сделал. Так, все, давайте мы вот эти вот планетки вот так вот притянем. Так, это я вот так сделаем сейчас. Вот, все. Теперь главное не просрать все полимеры вот эти вот, да? Вот, вот эту вот планетку надо подцепить. Так, о, нормалек. Так, нажимайте типа L написано было, да? Нажимайте L, чтобы не поглощить случайно планеты. Так, давайте мы и эту планету, собственно, поглотим сейчас с вами. Так, оп. Ну что-то вы... Ребята, у меня не... Да, все понятно, ясно. Пофигу. Я хочу стать большой звездой нейтронной. Продолжаем копить планеты. Так, где еще планеты? Мне нужны планеты. Так, ребята, давайте сейчас соберем 5 планет, в принципе, и закончим серию на этом. Потому что-то какая-то эпичная фигня происходит вообще так. Раз. Кстати, это с жизнью планета. Можно вот увидеть. Так, вот тут вот с нами, короче говоря, какие-то кораблики к нам летят. Я не хочу с ними дружить. Вот это я сейчас лоханул. Стоп. А давайте... А вот у нас там жизнь же образовалась. Давайте мы сейчас как-то аккуратненько вот так будем цеплять. Или как-то там можно на самом деле. Сейчас, секунду. Y. Вот так вот. Вот так, хорошо, отлично. Еще немножко, и мы ее превратим с вами, ребят, в малую звезду. А вот система из 2 малых звезд, это уже гораздо нечто более... А, ух, нихера себе, как я ее притянул.
Система из двух малых звезд это гораздо что-то более опасное, чем просто вам. Так, значит, мне нужны еще астероиды, значит, чтобы сделать себе звезду, или проще найти еще одну планету. Хотя вообще большой системой это изи искать на самом деле. Так, продолжаем, значит, на нашей системе летать. Блин, вот я сейчас долбанул свою единственную планету с жизнью. Кстати, похож сейчас на Солнечную систему. Вообще прикольно, да? Правда, Солнце слишком большое. Так, ну ладно, ребята. В принципе, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. А мы сейчас с вами в следующей серии сразу же начнем вот эту вот миссию проходить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.